представляю вашому вниманию цифровой блок от компании Afotech модели TK5. Цифровой клавиатурный блок предназначен для пользователей, часто набирающих цифровую и буквенную информацию, в частности при работе с ноутбуками и ПК. Ими являются как студенты, так и офисные работники, кассиры, бухгалтеры, менеджеры. Проводной цифровой блок подходит для пользователей с любой активной рукой. Его можно расположить как под правой, так и под левой рукой. Главная особенность цифрового блока – несинхронизируемая работа с функцией Number Lock основной клавиатуры. Набирая цифры на ноутбуке, буквенные клавиши остаются доступными для использования. Инновационный выдвигающийся кабель цифрового блока Afotech решает проблему спутывания проводов. При этом длину кабеля можно регулировать вручную. Для работы цифрового блока не требуется установки дополнительных драйверов, просто подключите его к компьютеру и работайте. Данный цифровой блок имеет 18 стандартных кнопок, а интерфейс подключения к компьютеру – USB. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.